общем, Ярика не пустили. Рановато ему. Вот такой вид здесь открывается. Ой, как страшно. Горка. Да и вот они снова. За пятый раз подряд. Неудобно. Всем привет, друзья! Сегодня наш день будет проходить в аквапарке Олимпия. Стоимость входного билета сюда для взрослого и для детей выше 140 сантиметров 1800 рублей на день, а для детей от 105 до 140 сантиметров вход стоит 1100. Дети до 105 сантиметров проходят бесплатно. Свободу и его вода. У тебя облива? Под гриб пойдешь? Под гриб можно. Это ладно. А, ну вот так. Что ты идешь, ты плыви? Рома там купается, пока что, потому что здесь очень глубоко. Ну, для него, мы круг ему не взяли. Вот это вы тут делаете. Но. Вода, кстати, попрохладнее, чем в этом, в море. 24 градуса. Да, 24 градуса. Неудобно? Я на укатывала. Такие очереди на горку. Рома, я чай. Так прикольно. Можешь прыгнуть. Ну, давай. Как, нормально, Ром? А? Она медленная и спокойная. Я тебе говорил. А это уже, да, еще и темно и быстро. Рома, наверное, так там и катается. Зажимает? Да. Спиной прижимает. Спиной. Рома так и катается до сих пор. А вот там контролирующие какие-то. Ага. Наверное. Что-то это какая-то не такая. Я думал, она тоже это. Будет заносить, а она как-то... Самое жесткое, это та, которая прижимала. Мы плохой день выбрали, очень холодно. Ну, по крайней мере, мне. Если постоянно в воде ходить, то нормально. Вон, осталось тебе на той, Яся. На какой? Ага. Я себе решил еще на маленькой съехать. О-о-о-о! Все брызжет везде. Вот такая, это детская. Папа, я!
короче, мама у нас устроилась инструктором. Она соблюдает очередь там, чтобы все по очереди катались, никто не лез. Мои товарищи там наверху стоят на очереди. На вот такую горку. Я стою, жду. Если не жду. Там они вместе, надеюсь, поедут. А, вон Яся, я пропустила. Привет. Я его мало просто поедет. Ну, как ощущения? Нормально. Делать бы ее быстрее было бы вообще там. Кажется, наши там сели. Ждем. Где там мои красавчики? Вот они. Я даже мои красавчики. Сюда вода поливает, брызгает. Ку-ку! Рома, ну как тебе? Рома? Классно? Еще разок? Вот уже пятый раз подряд. Поехали. Не знаю, видно, нет, там мои красотулики стоят наверху в очереди на горку. Очередь довольно большая собралась. Ну, конечно, не такая большая, как там, на тех больших горках, но тем не менее. Рома сначала с этой маленькой горки катался, вот с этой, я не знаю, раз 50 подряд, наверное, просто без конца. Туда-сюда, туда-сюда. Потом я ему говорю, давай на чем-нибудь другом. Вот он забрался туда наверх и позвал папу с собой. Вот они пошли, катаются тут уже, не знаю, какой раз подряд. Так, мы ходим, ищем Ярика. Он сказал, я пошел плавать, а куда пошел? А, вон он, наверное. Видишь его? А я, по-моему, вижу. Вон он, вон плывет. Да, это он. Вон. Вон, говорю, он. Он. Вон, видишь, ручкой машет, это он. Смотри, какой фонтанчик красивый. Красивый. Прикольный. Так, надеюсь, дождя не будет, потому что здесь всех выгоняют отсюда и деньги не возвращают. Мы пока где-то тут часа два всего торчим. Жалко, конечно, что выходить отсюда нельзя. Рома! Ну что, накупался? Да, руку. Я тут много что покупал. Что много? Туда-сюда между грибами, грибами. Плавал все? Все, значит, ты плавать умеешь, хорошо теперь? Сейчас Катя с Ромой поедут. Катя показывала, не показывала, вот такой браслет дает, чтобы войти и выйти. А здесь еще ключ болтается. Ячейка 200 рублей стоит и 200 рублей за лого. Итого 400 рублей. Да, рюкзак убрали. С камерой, в общем, не дают кататься. Катя у нас опять инструктором работает.
Вот она там в розовом. Сейчас Рома выкатится. Так, Ярик созрел прокатиться на этой горке. Если получится, то он будет крутым. Потому что папа боится. Да не, нормально там. Главное сесть, чтобы вниз не смотреть. Что-то и все. Мне казалось, там угол побольше. Да не, угол маленький. Не так. Да, надеюсь, там камеру у меня не отберут. Я-то катиться не буду, поэтому, надеюсь, нормально все будет. Тут подняться только, это уже аттракцион. Я высоты-то боюсь, и мне очень страшно. Ух ты, какой вид-то отсюда открывается. В общем, Ярика не пустили. Рановато ему. Вот такой вид здесь. Ой, как страшно. Так ты спроси, может, тебе туда можно? А туда ему тоже нельзя, да? А чё? Ну пойдем тогда. Блин, как же страшно. Как красиво. Ну все, тогда спускаемся обратно. Ну Яся. Я-то тут при чем? Таскаешь папу. Знаешь, что высоты боюсь. Я никто не доставляю. Так а как я тебя одного-то пущу? Маму мог поднимать. Мама тоже высоты, оказывается, боится. Но правда не так, как я. Мне даже, я не знаю, почему мне страшно. Вроде тут все в порядке, но все равно. Не пустили только по причине недостаточного веса. Ну минимум и то. 45 килограмм. Он примерно сказал свой вес. Я вообще не помню. Но мне говоря, кажется, ты больше 45. Грубо говоря, я 43 вешу. Не знаю, по-моему, ты больше весишь. Но я был не уверен и сказал, он может вылететь, поэтому не рискнули. Я просто реально не помню, сколько Ярик весит. Ну что, ребят, пока мои мальчики катаются с горки, давайте посмотрим, что здесь есть. Вот через такие турникеты вы по браслету проходите в парк. Направо будут расположены туалеты. Налево камеры хранения. Ну, камера хранения есть и справа, но оплатить их нужно слева будет. Стоимость камеры хранения 200 рублей, и 200 рублей в залог за ключ надо ставить. 200 рублей в конце возвращают. И также дальше душевые и раздевалки с левой стороны этого. Прямо находится комплекс вот с такими горками. Здесь 4 разных спуска на ватрушках. Дальше пройдем вправо. Здесь у нас бассейн, глубина здесь, по-моему, 1,20 м вроде где-то мы смотрели, написано было. Мостик, чтобы подниматься на горке. Там вот написано «Осторожно, глубоко» под мостиком, видимо, там увеличивается глубина. Здесь тоже вот с краешка написано «Осторожно, глубоко». Дальше написано, что глубина 1,40 м. Бассейн довольно большой. Справа располагаются шезлонги и зонтики.
Там дальше кафе есть. И столики под крышей тоже, под навесом. Там сзади уже сразу видно барханы дюны наши. И там подъем на горку. Справа парк выглядит так. Пойдемте влево. Сегодня нам не совсем повезло с погодой. Небо все затянуто. И, соответственно, вода же здесь нагревается от солнышка, поэтому вода всего 24 градуса. При том, что мы вечером гуляли тут мимо аквапарка и показывал даже в 10 вечера здесь температура воды 26 градусов. То есть днем было еще теплее. Для сравнения, море вчера было 28 градусов. Здесь вода сегодня всего 24 градуса. Такая прохладная водичка. И за счет того, что нету солнышка, когда выходишь с воды, тоже прохладно. И мы детям полотенчики взяли. Рома периодически вытирается. Яся так сохнет. Так, вот мы идем с вами налево. Тут тоже стоят шезлонги с зонтиками. Там можно купить круги для плавания. Если вдруг не взяли с собой, а подумали, что очень надо. Здесь вот детский комплекс. Олимпия называется. Тоже куча разных горок, начиная с самых маленьких и все выше и выше. Мы там тоже покатались. Очень классно. Слева тут тоже кафе. Давайте посмотрим, что есть в кафе. Мороженое. Один шарик 50 грамм, 80 рублей. Чизбургер 220, самса 110. Хачапури 130, слойка с сыром 120. M&M's 120, Snickers 110, Twix 110 рублей. Барни одна штучка 60. Пиво в банках. Туборг 270, Балтика семерка 240, Балтика нулевка 180. Цена высоковата, конечно, но с собой еду проносить нельзя, поэтому, конечно, люди делают на этом деньги. Круассан 7 Days одна штука 100 рублей. А пачка мини-круассанов 7 Days 130. Такие здесь цены. Кушать можно только в кафе под навесами. Дальше тоже много-много шезлонгов. И вот такая гора для камикадзе. Я не знаю, говорил, Ваня уже не говорил, что Ярик хотел скатиться с ним. Но там нужен определенный вес. Сказали, что Ярославу небезопасно там будет. Можно оттуда просто вылететь. Поэтому не пустили его туда. Он мне говорит, мама, пойдем вместе. Я говорю, ты что? Ты за кого меня принимаешь? Поэтому я не пошла. Здесь несколько раз в день проводится пенная дискотека. Вот сейчас, буквально через 20 минут, будет начало. Ждем ее. Ну вот. Такой вот аквапарк Витязева. Были в Анапе. Не помню, как аквапарк называется, но не Тики так, а другой. Он побольше, конечно, будет. Нам очень понравилось. Долго думали, снова ехать туда или пойти сюда. Решили не заморачиваться и пойти посмотреть этот аквапарк. В принципе, все хорошо, нам все нравится, не надо было ехать никуда. Единственное, что вот с погодой не подвезло. Вот. Ну, сейчас ждем пенную дискотеку и потом пойдем на ватрушках кататься. Ну, как-то так, друзья. Какое место? Пенная вечеринка. А где дети?
ребят, 7 месяцев, серьезно говорю, весь аквапарк должен это сделать. Вы хотите, чтобы пошел ливень, и у нас вообще все сорвалось? Давайте еще раз, я говорю, раз, два, три, а вы говорите, тучи уходи, готовы? Раз, два, три! Ой, шикарно! Так, давайте, я не буду вас сильно мучить, все подходим сюда, сейчас будет пена. Поднимаем ручки громче, выше! И зовем пену. Пена! Подожди. Все вместе должны звать, иначе же ужас будет, чак. Итак, три, четыре. Пена! 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 Thank you.
мы накупались, надыхались, нам всем все очень понравилось. Единственное, была бы еще водичка потеплее, было бы вообще круто. В общем, вот так выглядит аквапарк Олимпия. Как вам? Пишите комментарии, ставьте лайки. Пока-пока. Пока. Пока.